поделиться опытом, привести что-то новое. И вообще просто за общение, потому что вы правильно сказали, что воспитание детей сегодня в руках дополнительного образования. Директор Дворца творчества детей и молодежи Новороссийска Татьяна Радченко. Сегодня участник межрегионального образовательного форума «Воденцова». Она, как никто другой, знает, какая ответственность лежит на учителях и как важны такие встречи. Признается, общение с единомышленниками для нее большая радость. Все мы с вами понимаем, что подрастающее поколение и мы – это те люди, которые должны наметить им правильный путь. И какой путь они выберут, от этого зависит будущее страны. На форум дополнительного образования, а это и рисование, и танцы, и литература, и даже основы туризма, съехались из самых разных уголков страны. Есть участники из Краснодарского края, Республики Коми, Кировской и Московской областей и Москвы. Собрались руководители, методисты, замы руководителей для того, чтобы найти ответы на вопросы, стоящие сейчас перед дополнительным образованием в России. Различные мастер-классы, выступления опытных спикеров. Всего за один день участники форума смогли окунуться во все сферы педагогической деятельности. Прекрасная возможность поделиться опытом с коллегами, увидеть педагогов и послушать их опыт работы в разных субъектах Российской Федерации. Ну и, наверное, форумы уже стали таким традиционным мероприятием для системы дополнительного образования. Форум не первый год объединяет профессионалов в сфере образования. В прошлый раз участников принимал город-герой Новороссийск. В этом – Одинцово. Число участников растет, у них есть возможность слушать опытных спикеров, проводить мастер-классы и делиться друг с другом опытом. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».